Мои уважаемые подписчики, давайте набьем 10 лайков, и я заставлю открыть Вану несколько наборов, которые есть у него на складе, которые мне безумно нравятся, и мы соберем с ними сеты. Ну да, А то он жопу не открывает. В принципе... Я его просил, открой 3 набора, он не хочет, он говорит, нет. Я повторю судьбу Гучика, так уж и быть. 10 тысяч лайков вы ставите, мы заходим, открываем несколько наборов и собираем с ними сеты. Все в ваших руках. Всем здарова, дорогие друзья, с вами Даваска, третья часть рубрики, где я приглашаю кого-то, чтобы он собрал сеты на моем аккаунте. Сегодня человек, мой братышка, он лучше всех знает мой аккаунт, да даже, наверное, я лучше, чем я сам, возможно. Рома Дороу. Всем салам алейчу. Салам алейчум, да, еще раз. Ну, в принципе, сегодня прямо будет большой жирный выпуск с офигенными сетами. Поэтому, Рома, давай говори, что будем одевать. Причем самый лучший сет, который только можно собрать, мы сейчас соберем. Он будет самым первым. Рискин второго тайного. Рискин второго тайного. Так, вот этот хвостик. Так, все. Рискин. Что-то я протупил. Так, а где эта притча? Во, так. Королевский бандан. Она вообще там в самом низу. Так. Куртка вора законы. Так, она легендарная или не? Вроде нет. Нет, она в самом низу находится. После футболку. А после футбольных футболок? Ну. Нифига себе, как ты все знаешь. Так, вижу, нашел. Штаны джазовые. Ну, джазовые я знаю, где находятся, где-то... А, нет, выше. Так, вот эти. Так, кроссовку. Или кроссовка. Кидосы с обычными вот эти, да? Ну, мы, кажется, мы знаем, что это сет, но как бы... Да, это сет Ромы. Блин, он балдежный, но вот он мне прямо нравится. Это первый сет на сегодня, давай следующий. Так, штану ангела одеваем. Опа, пошел контент, штаны ангела, так. Кролик за 3 чертежа. Угу, кролик, ага. Марионетку. Маску, да? Да, и ага. Шляпу с зеленого лета. Ага, прическу вот эту. Ля какой! Слушай, годно, я даже заскриню. Вообще балдежно. Нравится. А кроссовку у эти или другие? Эти кроссовки, ага, сочетаются с штанами. Да, теперь, самое, что сейчас будет тебе тяжело, водолазку листать. Даже в самом низу. Жесть. Ну ладно. Ну ради контента что не сделаешь. Мне кажется, в этом сайте тебя видели. Сейчас скажут. Да, мне кажется, да. И ТикТоку были записаны в этом сайте. Теперь грим от Джокера. Угу. Очки Алока. Уф, их надо поискать. Я не знаю, они вроде даже не... Они где-то после легендарных. Они в середине после легендарных. Но не подписаны, что они Алок. Во-во-во-во, вижу. О, и белая прическа с фиолетового тайного. Ага. Слушай, годно. Да, нормально. Балдежно. Ну, конечно, по факту, как-нибудь вот так вот будет лучше. Но штаны ангела, типа, ха-ха-ха, штаны ангела. Они сочетаются просто грим. Грим, да. Да, теперь сет, по которому мечтают все. Угу, давай. Открывай первый пропуск вверх. Так. МНДшки белые. А, обычные или с полосками? Вот эти? Белые, да. И зомби-самурай. О-хо-хо-хо! В натуре очень много кто мечтает об этом там сете и играют в похожем, только одевают или пуховые штаны, или джазовые. А так либо с маской. Да. Так, теперь пойдем более-менее нормальный сет, который можно собрать каждый. Штаны с маской. Не донатеры, да? Ну или не донатеры, но не такие, я прямо продвинутые. Набор с ЧМа 2019 красный. Это легендарная куртка. Вот этот, что ли? Да. Так, кроссовку джаз.
джазовую кроссовку. Они прямо под легендарными, чуть ли не первые, я точно. Так. О, с Рагнарёком маску. Это легендарочка, я тоже помню. Возможно, да, я пролистал, да. Грим. И убирай грим. Грим убирать. И прическу. Красные дреды, дай угадаю, да? Да. Так, ну, нормально. Так, теперь листай до... Опять штанов ангела, по-моему, да, до них. Так, штаны ангела. Дальше. Синяя футболка, который именно... Уругвайская или аргентинская? Аргентинская. Это футболка Нуады, Надежды Телевизоровны. Надежда Телевизора. Белый кроссовка кеда. Так, кедосы белые. Белый как снег. Ю. Так. И первый пропуск маска. О, а сюда, мне кажется, лучше грим. И глаза вот такие, я прям нормальные. Да или нет? Да. Прям нормальные. Фастер плеер. Фастеры шлепка одевают. А мы же не босоногие, вообще нормально. Смотри, теперь у тебя, по-моему, открыт набор. Набор как арктический синий, только с Роналдо. Нет. Тогда одевай арктический синий прическу. Так, есть. Грим другой с тыквенного набора. Угу. И, ладно, маску марионетки одевай, потому что у тебя та не открыта. Первый пропуск. Так. Пуховые штаны. О, типа такой дешевый вариант. Да. Так. И эти кроссы. Только то надо именно маску. Только надо именно маску с того набора. Так вот эти? Или какие? Да. Нормально. А что за набор-то? Я что-то даже там не такая помню. Же примерно там примерно такая же притча. Так он же без маски. Да. Во. Ну притча, ну. Вот это притча. Ну и. Ушел. Так, ну и я примерно понял, да. Так. Теперь. Вот для недонатеров с о, этого. Важно. Вторая притча. Я забыл. С механического воина. Угу. Убирай грим. Угу. Красная куртка, ее добавляли в ивент недавно, она будет из таких более-менее нередких. Там еще доктор был такой страшный, это куртка. А, красная. Я понял. Там еще джинсы в наборе, вот это. Во, да. Штаны с пропуска, который был... В декабре. Демонический пропуск. Так, это... Блэд, вот эти, да? Нет, выше. А, вот эти. Во. И кроссовку красный. Джазу. Ля, вот йенто сет, реально. Вот йенто прям нормальный. Слушай, балдежно. Ну, так. Не для... Ну, для недонатитеров, ну, для донатитеров, но не прям, чтобы охренеть каких. Теперь смотри, джазовый штану. Так... Разовый штанишку. Черные. Ага. Черная куртка, которая сейчас в этом джекпоте была. Mm-hmm. Черная такая, как с набора уличных хулиган, плюс-минус. А, сейчас. Вот это? Да. С последнего, предпоследнего тайна, где розу дарит, если ты открывал. Масочку? Да. Да, открывал. Так, где эта маска? Где? Во! И прическу надо такую с набора с алмазным джекпоте он был. Да, в принципе, вот эта прическа тоже нормальная, но я походу... Во, она такая с колосса была, по-моему. Я походу понял, о чем ты. Она с белой такой... С белой полоской, да? На голове. Так, ты... Пропустили мне как-то. Я прям помню, я специально наоткрыл эту притчу. Где она? Выше было. Чуть-чуть выше. Где марионетка за один чертеж? Ниже, где марионетка за один чертеж. А, серая притча. Вот это? Во, да. Да ладно. Ты про эту? Да. Синюю?
Я про другую имел в виду сейчас, если я найду. Я покажу. Где притча? Я же говорю, я понял, про какую ты притчу, но она где-то далеко. Я про это. Да. Во, вот это нормально, кстати. Вот, а теперь... Так, штану ангела одевай обратно. Так, штанишку ангела. Синий инь-янь. Угу. Так, ага. Маска марионетка. Да, второй тайный, именно сам второй тайный. Прическу. Да. И белый кросс и кеды. Тоже годный сет. Прям нормальный. А еще там вроде похоже, я смотрел, у тебя была притча такая, белая шапка с инкуба. Белая именно шапка рэперская, не рэперская, а такая, не знаю, лижа, это не помню, какой инкубатор был. Это именно инкубатор. Это инкубатор был, но он, по-моему, за два или за один чертеж. А, я тебя понял, вот это, да? Во, не, ниже, вторая. Вот это? Да. Ля какой! Слушай, прям нормально. Вот это годно. А можно, кстати, сюда и грим. Типа, возможно, она подойдет. Стало. Вообще нормальный сет. Я даже вот таком и сегодня отыграю. Балдеж. Нормальный прям. Так. Теперь зеленые шорты надо. Они тоже где-то под штанами ангелов. Это за промокод, да? Нет. Именно зеленые. Они прям новогодние были. А, вот эти что ли? Во. Зеленая футболка. Футбольная, да? Да. Так, она вот эта. Грим убирай. И вот ту прическу, которую мы одевали на... От зелёного валета. Да, угу. Да, да. И кроссовку надо другую. Вот эти, да? Да. Тоже нормальный, но лично я бы сюда одел джазовую штанишку, потому что, ну, как бы, черная маска, черная прическа, вот это вообще прям секс. А сейчас мы сложим с тобой ностальгию, ты вспомнишь, что это за сет и когда ты его одевал. Вот это зеленую штанишку, которая там есть, возле джазовых. Зеленые штанишки. А, вот эти? Да. Так. А, то со старого инкубатора, где зеленые дреды. А, мне кажется, я уже вспоминаю этот сет. Так, я, по-моему, даже пролистал его на радостях. Нет. Нет. Вот он. Да. И белая кроссовка. Белая кроссовка. Только не это, нет, ты других бегал. Не, ниже, они еще ниже. А, все, вот эти. Во. Нормально. Только был зеленый дреды. Притча, да, была вот это, по-моему. Или вот это, нет, или нет, дреды. Нет, были зеленые дреды были зеленые. Именно вот эти с инкубатора. В натуре. Ля какой. Кызя Ребекка. Нормально. Да, кстати, я тогда по фану ставил не к Кызя Ребекка. Так, ну давай, в принципе, еще пару сетиков и будем заканчивать. Давай пойдем теперь на девочку, соберем один сет, который мне очень понравился. И эти шмотки точно у тебя есть, я это помню. Ну, давай. Потому что у меня на девочку не так уж много всего открыто. Штаны с маской, только на девочку. Так, ну тут все в шаговой едоступности. Водолазка. Уф. Водолазка. Так. Где она? Ага. И первый пропуск маска. Тигрица, нормально. А еще тут сет один я собирал, по-моему, тебе. Нажми на наборы именно с инкубатора с кроликом за один чертеж. Инкубатор с кроликом за один чертеж, именно торс. Торс им нужен. Наборы? Инкубатор? Нет, именно с инкубатора торс за один чертеж на девочку. С кроликом. Там такая бодрая, пропустил. Он мне, по-моему, открыт. Вот это, да? Вот, да. Теперь штанышку открывай. Так. И штанышки с тайного, где, по-моему,
Как джинсы оборваны. Я помню, я понял тебя, я тебя понял. Это. Они же где-то вот тут, они прямо вообще охренительные. Вот эти? Воду. Годно. Белый кроссовка. Так, белый кроссовка. Ну тут можно или вот эти, или кидосы обычные. Ну, вот эти. Прическу я розовую выбирал тут. Она такая. Она с пополнением на набор была. А, я тебя понял. Вот это. Набор топовый. Во. И маску с пропуска самурайского. Она светится еще такая. Не-не-не, ниже. Во. Вот это? Ду. Да. Нормальный тоже. Ну, в принципе, усё. Это первый человек, которого я пригласил, и который собрал еще и женский е-набор. Сегодня были прям охренительные е-наборы. Рома, спасибо огромное. Я, как всегда, лучший. Все, если видос вам понравится, то я приглашу Рому еще раз. У него еще до хрена всего. И много чего он сможет собрать с моего аккаунта. Всем спасибо, всем пока, и да пребудет с вами скилл. Все, нормально.